Приветствую вас и хотел бы рассказать немножечко о том, как позиционируют себя мальчики, выпускники детских домов. Они считают, что весь мир несколько враждебный, они считают, что они одни в нем, они не ищут чьей-то поддержки и не строят иллюзии. Они довольно жесткие в общении и предпочитают реализм и пессимизм оптимизм. Молодой человек, мальчик, он настроен так. Вы ему понравились, но он не считает, что вы обратите на него внимание. Поэтому ниже его достоинства, ниже его гордости, к вам подойти и сказать прямо, договориться с вами. Так он и делает. Замечание детям и полный игнор. Потому что он считает, что вы на него даже внимания не обратите. Это из-за того, что вы ему нравитесь. Что нужно сделать вам, это самостоятельно с ним заговорить. Постепенно, надо вам понять, что вы не считаете его хуже себя. Что он вам, как минимум, нравится. И тогда вы увидите, насколько это может быть преданный, искренний и добрый человек, который сделает все для вас. Тут нужно не бояться, понимая, что он вам ничего плохого не сделает. Просто выпускники детских домов не умеют выражать свои эмоции, не умеют проявлять, скажем так, лиричные чувства. И из-за этого ведут себя вызывающе, сурово, может быть даже агрессивно. Но это только так кажется. На самом деле молодой человек просто-напросто не знает, как к вам подступиться. И вот, учитывая именно особенность того, что он из детского дома, вам и нужно проявить немножечко мягкости, инициативы, терпения, понимания, потому что у детдомовцев есть иногда и проблемы с общением, и проблемы с самооценкой, завышенная гордость и так далее. Это все может быть в вашем мальчике, и как-то с этим нужно жить, как-то это нужно принимать вам, если, конечно, вы хотите с ним сближаться. Но сближаться вам нужно, раз вы в шатком лагере и общаетесь, должен быть какой-то контакт. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, поговорите с ним. Только поговорите по-свойски, откровенно, искренне. Выпускники детских домов любят и ценят именно искренность, прямоту и честность. Для них это гораздо более важно, чем для других, например, вежливость, там, обходительность и прочее. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей жизни.